Getting the Talisman of Air will be an interesting challenge, but I'll need it if I want to get the eye for Constantine. It's well hidden inside the city's Hammer Temple, so I'll have to do some scouting around. Problem is, the place is fully active day and night. Not even I can stay undetected for very long. Well, they say that the best place to hide a letter is on the mantelpiece. With that in mind, I'll be going in by the front door, dressed as a Hammerite novice. That should be perfect, since novices aren't allowed to speak while on the temple grounds. My contacts can get me a novice's pass to get me through the gate. Once inside, I'll be free to take my time, explore the place thoroughly, and find the talisman. As long as I don't do anything violent or get caught somewhere I shouldn't be. Because as the new arrival, I'll be the first person they'll suspect if anything goes wrong. Ну что ж, всем привет, с вами снова я, Артём, и мы продолжаем проходить вора. Продолжаем доворовать. Я уже, как вы понимаете, полностью, абсолютно уже полностью выздоровел. Это меня очень сильно радует. И миссия у нас, соответственно, под номером 11. И она, наверное, вот из этих четырех, где мы крали, соответственно, все эти четыре камушка, главное, она, наверное, самая простая и самая быстрая, если так вот говорить. Потому что здесь, правда, здесь лут в целом довольно так, ну, без хитростей каких-то запрятан, скажем так. Вот сразу же мы тут оглушаем двух охранников на входе. Это у нас, соответственно, собор хамеритов. Также, как видели, я купил эти газовые стрелы в начале. Соответственно, так, и здесь вот нам как раз и понадобится это одна из газовых стрел. Можете вы как бы вот их двоих оглушить, как получилось, например, у меня. Можете оглушить одного. И он, скорее всего, будет вот дальний. Ну, на этом тоже в целом можно жить. Вы просто тогда это оглушаете, соответственно, дубинкой второго. Еще одну стрелу тратим на того. И вот это вот мы оглушаем. Все, здесь у нас еще один лут. И на этом лут у нас на первом этаже весь закончен. Потому что здесь есть еще как бы, ну... Это на самом деле второй этаж, как бы. Будем называть его как бы первым. Even the Baron doth finally act against evil. When prodded with enough vigor. Meanest thou the action on De Wall's thugs? Verily. Some have told me it was his own brethren who in sin didst turn him in. Thieves betray their own. Now as always. Come closer. Вот сразу же мы оглушаем этого. Дальше мы оглушаем вот этого. И по идее все. Вот, также здесь в чем вообще фишка этой миссии, то что здесь есть несколько переключателей. Их все надо, как бы, соответственно, переключить. С положения включено на положение выключено. То есть вот, и как бы, соответственно, они это на время какое-то. То есть, по-моему, там 5 минут дается между, как бы, вот пробежкой между, например, первым и вторым переключателем. Если не успели, то, соответственно, он у вас, ну, этот первый он у вас включается, опять же. Вот здесь у нас книжечки. Книжечек тут у нас так довольно много. И мы идем, в общем-то, на этаж ниже. Который у нас, соответственно, уже второй. Hast thought upon who is likely to succeed our master? Surely not for many years. Not thou blind. He is old. And the master forgers do jostle each other for precedence. I spy not on my betters. Tis in the builder's hands. Tis true, tis true. Так, вот они расходятся, оглушаем сначала этого, потом оглушаем вот этого. Так, давайте-ка мы его сейчас сюда отнесем, чтобы он там на проходе не валялся, хранился я тут. Да, кстати, в этой миссии самое сложное было это именно ее начать, то есть вот дойти до этого места.
Потому что здесь, ну, не знаю, может, это, конечно, я так играю просто, но мне именно как бы эту миссию вот именно до первого сейва, то есть, ну, в смысле, вот до этого проходить, как бы это самое сложное. Потом меня даже без этих, ну, без перезагрузок было. То есть, ну, я тут, конечно, сохранялся, но как бы не загружался. Art thou feared to face me man to man? Так, да, давай уже. Еще да, вот здесь вот стоит сундучок, а вот на выходе он будет справа. Вот я его забыл обобрать. Вот справа он находится. Про него я забыл, но я потом сюда еще вернулся, соответственно. Так что, в общем-то, не забудьте. Спальни, все такое. Ключик. Золотишко. Здесь, по-моему, 2800, по-моему, где-то там с чем-то можно взять. То есть такая довольно дорогая миссия, на самом деле. Опять же повторю, что миссия довольно на самом деле простая. Именно, ну, как бы я имею в виду в плане расстановки лута. Всего такого. Так, здесь мы, в общем, пробегаем. И сейчас вот тебя мы, да, оглушаем. И тебя мы сейчас вот тоже оглушаем. Здесь мы абсолютно всех охранников оглушим. Но играет как бы не... Ничего про это в целом не говорит. Поэтому я считаю, что почему бы и нет. Сейчас мы пойдем тут наверх. Только... А, ну да, я здесь еще этот вот... Как раз как я вам сказал, я здесь забыл вот этот бриллиантик взять. Камешек. Вот сейчас пришел и взял. Так что вот опять же говорю, что не забудьте про этот сундучок. Он так... Такой неприметный довольно, на самом деле. Так, это к этой дверке у нас вот этот ключик подходит. Здесь у нас тоже барахло всякое. Бутылки. Вот, в общем-то, эти как раз рычажки. То есть у нас первый находится вот здесь. Вот здесь, по-моему, всего 5. А второй и третий у нас находятся в этих вот в задних двориках. Это их цитадели. Или как вот она правильно называется. Второй у нас находится вот здесь вот. Вот здесь вот, да. Тут вот. Третий у нас находится, соответственно, в другом этом дворике. И пятый и шестой... Не, ну, четвертый и пятый, они у нас дальше находятся. Вот еще один здесь. Идем сейчас в подвал. В подвале я так тут довольно тяжеловато ориентируюсь, на самом деле. Так что здесь я в целом много раз как бы ставил на паузу видео. Смотрел, что тут где лежит. Как-то вот так вот. И, конечно же, я тут не получилось это без алярма. Но хорошо, что в этой миссии ее поднимать можно. Главное, то есть, чтобы не убили и, ну, соответственно, выбраться живым и, соответственно, никого не убивать. Да, главное выбраться живым и чтобы не убили. Нормально сказал. Вообще просто... Конечно, такие моменты просто
Таким гением себя чувствую. Так, здесь вот... Да, здесь почти что все вот эти вот вазы, они находятся как бы на вот этих вот плитах. Единственная ваза, она вот эта вот находится как бы у плиты вот этой. Так что про нее тоже не забудьте. И, в общем-то, сейчас вот мы уже почти что у самого конца этой главы. Вот здесь у нас четвертый переключатель находится. И здесь у нас нужна нам будет еще одна газовая стрела вот на этого товарища. Здесь также монеточки лежат, книжечка. И... Да, кто-то, блин, тревогу поднял. Вообще замечательно. Но хорошо, что на эту миссию еще, кстати, дают эту световую бомбу. То есть сейчас я тут так отбежал. Этого охранника просто я его вырубил. То есть это, опять же, без проблем делается. И, опять же, повторюсь, из-за этого миссия только проще становится. Хотя я вот, опять же, не знаю, в чем тут прикол был. То есть вот все остальные миссии, они как бы такие, ну, тяжеленькие довольно были вот по этим по камушкам. И здесь вот у нас последний уже рычажок. Если вот вы сделали все вовремя, то у вас будет вот такой вот звук, какой сейчас был у меня. То есть это значит, что у вас там что-то открылось, что-то типа того. Здесь сейчас мы все вот монеточки собираем. Собираем, отбираем сундучки. И идем, в общем-то, мы далее. Находится этот камешек у нас, в общем-то, вот здесь вот. Здесь мы, в общем, поднимаемся наверх, и тут у нас сейчас поедет этот вот мостик. Вот так вот. А так все, мы тут же взяли, как понимаете. Остается нам отсюда только выбраться. Еще да, вот насчет того, как его освободить. Здесь внизу я подбирал этот свиток с молитвой. И вот в этом свитке, как бы, соответственно, написана молитва, которая, я как бы, вот эти вот, ну, мушкару вот эту убивает, которая, как бы, этот талисман типа окутан. Вот это вот. Вот, ну и все, можем уже забирать этот камушек. И в целом отсюда уходить. Прямо вот напрямки. Вот такая вот очень простая миссия, довольно быстрая, кстати, тоже. Это меня, если честно, довольно сильно радует в ней. Ну и в целом на этом я с вами могу прощаться уже. С вами был я, Артём. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте, рассказывайте о канале друзьям, смотрите также остальные мои видео. Все это мне, естественно, ребята, очень-очень-очень приятно. Еще раз всем спасибо и до скорых встреч в Воре и, в общем-то, в Бэтмене, соответственно. Всем пока!